сегодня же президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывающего в нашей стране с рабочим визитом в рамках участия в 11-м заседании государств-участников меморандума по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии. Глава нашего государства, тепло приветствуя гостя, с глубоким удовлетворением отметил высокую динамику развития узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Со своей стороны, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил президенту Республики Узбекистан искреннюю благодарность за радушный прием и передал приветствие и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина. Подчеркнуто, что взаимная политическая воля и интенсивные контакты на высшем уровне способствуют углублению двухстороннего сотрудничества, его наполнению конкретным содержанием. В настоящее время успешно осуществляются совместные проекты в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также программы в сфере образования, здравоохранения, культуры и других направлениях. Раскрывается потенциал межрегиональных связей. На встрече были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне и дальнейшего расширения продуктивного взаимодействия. Обсуждены также актуальные аспекты международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СНГ и других структур, а также продвижение мирного процесса в Афганистане. Российской стороной дана высокая оценка и поддержаны активные усилия Узбекистана по содействию скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество. В заключение подчеркнута обоюдная приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширению многопланового взаимодействия на благо народов Узбекистана и России в интересах обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.